Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня хочу предложить вашему вниманию китайский салат из сырой картошки. Значит, для этого мне понадобится картофель, понадобится морковь, вот долька перца. Мне понадобится масло. Здесь мне подсолнечное вместе с оливком. Мне понадобится рисовый уксус и соевый соус. Что я буду делать? Я сейчас натру картофель на натёке для корейской моркови. Я натерла. Сейчас у меня кипит уже вода. Я сейчас опускаю вот этот натертый картофель на 2 минуты в кипящую воду. Потом вынимаю. Так, 2 минуты я проварила. Сейчас я промываю проточной водой. И буду дальше готовить салат. Так, все, картофель я положила в ватницу. Сейчас я натираю морковь и мелко нарезаю перец. Так, морковь натерла, соединяю с картофелем. Сейчас я нарежу тоненько перчик и его тоже кладу. Так, вот, друзья, я все добавила морковь, добавила перец. Начинаю добавлять сюда заправку. То есть я сейчас добавлю рисового уксуса, 2 столовые ложки рисового уксуса. Дальше 2 столовых ложки подсолнечного масла с оливком и 2 столовые ложки соевого соуса. Так вот, друзья, я добавила сюда морковь, добавила перчик. Сейчас я буду добавлять, значит, рисовый уксус. У меня 2 столовые ложки рисового уксуса, 2 столовые ложки оливкового масла и 2 столовые ложки соевого соуса. Так, что я сделала? Добавила жгучего перца, добавила смесь трав. У меня здесь, так, смесь трав: базилик, лук, порей, кориандр, петрушка, ореган и розмарин. Так, и добавила, жгучего перца сказала, все кажется. Так, теперь я добавляю соль, сахар, все перемешиваем. Салат готов. Ну, вот, друзья, салат у меня готов. Я сейчас попробую. Вот на первый взгляд, на вкус, даже непонятно, что это картошка. Ну вот, я продолжаю дальше готовить салат. У меня теперь я отставляю в стороны. И у меня на очередь кабачок. На ужин мы сегодня будем готовить кабачок. Ну, кабачки готовятся это традиционно. Я сейчас его нарежу. Затем в яичном соусе его обмакну и буду жарить. Я всегда делаю яичный соус, туда добавляю майонез, чеснок. Покажу. Так вот, друзья, заправка для кабачков. Кабачки я нарезала. 2 яйца. Сейчас добавлю сюда майонез, добавлю сюда чеснок, потом соль и специи. Так вот, друзья, заправку я приготовила. Сейчас я все это буду взбивать, затем я обмакиваю в заправку кабачки и потом мукой и так жарим. В общем, я еще повторю, здесь у меня 2 яйца, чеснок, специи и майонез. Все, соль еще добавлю. Дальше готовлю дальше.